Чем раньше вы займетесь своей фигурой, своей стройностью, тем лучше, утверждают многие специалисты. Согласен ли с ними врач-психотерапевт Виктор Гужагин, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Виктор Владимирович. Здравствуйте. Вот это выражение родилось, скорее всего, из-за того, что многие специалисты, опять же, считают, что с каждым годом проблема лишнего веса молодеет. Ну, можно, если так сказать, что молодеет. Потому что много очень детей и молодежи, которые тоже страдают от этой проблемы. Вот на ваш взгляд, это действительно так? Часто ли вы сталкиваетесь с этим? Ну, безусловно, конечно. Если родители наблюдают, как молодая девочка растет, и она полненькая, а они потакают вот этой ситуации, то они делают ей хуже. Она никогда им не скажет потом спасибо за то, что они не обратили ее внимания на то, что вот она вот полненькая. Она отличается от окружающих детей. И совершенно ясно, что в нашем обществе сложились определенные такие стереотипы, что более такую стройную, худенькую девочку более замечают юноши. На нее обращают внимание, она более как бы востребована. И, естественно, если ты не востребована, ты стоишь где-то в сторонке на перемене, а вокруг девочки стройненькой мальчики там вьются, то девушка испытывает с ранних лет комплексы. Это отражается на ее развитии личности, и, естественно, это очень большие проблемы. Я уж не говорю о зрелом возрасте, когда на рынке невест, естественно, полненькая женщина проигрывает. Поэтому с этим надо что-то делать. Если у вас появились вопросы к нашему гостю, задавайте их по телефону 263-40-93. Должны ли быть какие-то разные методы? Вот по отношению к детям, к молодежи и по отношению к взрослым. Все-таки вот особенности организма же еще разные в том и другом возрасте. Ну, вы имеете в виду... Методы избавления от лечения. Данной да, проблемы. Ну, конечно, конечно. Мы опираемся на какие-то значимые вещи для человека. Для молодежи что важно? Хорошо, отлично выглядеть, нравится. Для пожилых людей очень важно, как они себя чувствуют. У них эстетические моменты уходят немножко на второй план, но им физически тяжело. Тяжело носить массу, которая наросла, суставы просто не выдерживают, ломаются, даже шейка бедра ломается. То есть это тяжелейшее состояние. И, естественно, применяем определенные методы для пожилых людей и для молодежи совершенно разные подходы, абсолютно. И тем не менее, какой-то вот такой объединяющий, есть какой-то метод? Объединяющий метод – это эриксоновская терапия, которая все объединяет внутри себя. По сути говоря, принцип здесь такой – принцип утилизации. Вот человек хочет помидор, а ему дают огурец. Толку не будет. Вот нужно дать человеку то, чего он желает. Вот один из принципов эриксоновской терапии – это идти за пациентом. Идти за пациентом и делать что-то, что он в состоянии принять. А если вы будете какие-то свои догматы ему читать, а он это не принимает никак, ну и толку не будет. Поэтому утилизация, то есть усвоение каких-то убеждений человека, ценностей, имеет огромное значение. Ну, все это индивидуально и лично. Если у вас появились вопросы к нашему гостю, задавайте их по телефону 263-40-93. Вы говорите, эриксоновская терапия. Правильно я понимаю, что это эриксоновский гипноз, что называется? Да, да? Совершенно То есть, верно. Вот, подробнее немножко, каким образом это происходит, допустим, если человек пришел на сеанс к специалисту. Ну, во-первых, нужно принять решение. Это самое главное. Вы можете дома много дней, много месяцев, много лет обдумывать этот шаг. Но лучше не затягивать, иначе пройдет очень много времени впустую. И вот вы приняли решение. Я хочу перемен. Вы не знаете, как самостоятельно это сделать. И поэтому вам нужно обратиться в хороший, компетентный центр. Вы поднимаете трубку телефона. Иногда это бывает очень сложно. Признать, что у тебя есть проблемы. Вот позвонить трудно. Некоторые готовятся, видят на экране там, рекламу.
слышат от людей, что вот есть эффект, там, скажем, в этом центре, но они не в состоянии взять трубку телефона и позвонить. Какой-то барьер есть. Признать, что у тебя есть проблема, иногда очень сложно. И вы поднимаете трубку, и вы просите о помощи. Это очень важно. Нужно признать, что проблема существует. И ты просишь о помощи. Некоторые люди, они немножко, знаете, как потребительские экстремисты. Они говорят, ну-ка быстро меня закодируй. И, естественно, вот в этом сотрудничестве толку не будет никакого. Такого стиля сотрудничества. То есть должно быть уважение с обеих сторон. Уважение врача, уважение пациента. И вам назначается день, назначается час приема. Вы приходите к врачу на индивидуальное лечение. Естественно, это только индивидуальное. Человек на выходе, скажем, 5 лет не пьет. Эти 5 лет могут превратиться, там, я не знаю, в 25 лет. Человек на выходе худеет, скажем, на 20 килограмм или на 40 килограмм. И возникает перемена в жизни человека. Это очень важно. При этом врач, конечно, должен быть абсолютно искренним. Вот эта правда, она очень важна. Если человек знает, что он болен, вот как методика 12 шагов. Первый шаг заключается в том, чтобы признать, я алкоголик. Нужно на всю жизнь понять, что у тебя есть проблемы. То же самое у человека с пищевой зависимостью. Угу. Если он понимает, что вот он по чуть-чуть есть не может, культурно употреблять пищевые продукты, то он легко соскользнет опять в пищевой запой, аналогичный алкогольному. То есть это будут сладости, булочки, печененки, мороженое, пирожное, и все, и вес что опять было, вернется. То есть вот эти пищевые запои, они могут возвращаться время от времени. И мы всегда честно говорим пациентам, что если вы периодически не будете посещать врача, который может вам помочь, или самостоятельно не будете ограничивать себя в питании, вы опять вернетесь на круга своя. Виктор Владимирович, сейчас я предлагаю ненадолго прерваться и посмотреть очень любопытный отзыв нашей героини Людмилы Петровны. Если я до 36 лет носила 42 размер одежды, то потихонечку, постепенно размер у меня повысился до 64. Вроде бы не обращала вначале внимания, но затем уже чувствую, что ходить тяжело. Заболели суставы тазобедренные. Причем такой диагноз, коксартроз 2-1 типа, уже тяжелое заболевание. Сосуды, кровообращение нарушено. И потихоньку подобрался сахарный диабет 2 типа, ожирения. Я решила, что надо собой заниматься. Конечно, я очень много лет пробовала всякие диеты. Вес немножко уходил, затем через какое-то время он снова возвращался. И только спустя многое время я поняла, что причина этому еще и сахарный диабет 2 типа – это ожирение. То есть все эти диеты, они не лечебные, они кратковременные, помощи они никакой не оказывают. Я вот чувствовала, что что-то нужно такое, что должно мне помочь. Диеты – это уже пройденный этап. И когда просто я поняла, что все это должно пройти через сознание, я должна понять, как я должна правильно питаться, учитывая и заболевание диабета, учитывая возраст и всякие там другие факторы, я поняла, что все должно пройти через сознание. И поэтому я обратилась к психотерапевту. В ходе беседы, видимо, проходил именно вот этот вот сеанс, гипноза, так по-простому сказать. А затем, когда в период, с 8 января по сегодняшний день у меня 20 с небольшим килограмм веса ушло. Когда у меня были очень тяжелые моменты, я чувствовала, что я уже я хочу вот это съесть. Я включала диск, я его слушала. Я просто сейчас счастлива. Вот как может человек в моем возрасте быть счастлив? Потому что я счастлива своей семьей. У меня прекрасная дочь, у меня прекрасная внучка, у меня прекрасная семья. У меня хорошая работа, у меня хорошие друзья. Я счастлива, но
дополнительное счастье то, что я сбросила вес, я сбросила такой груз с себя. Понимаете, я нравлюсь сама себе. Мне вот столько, я в возрасте, мне 68 лет, я сама себе нравлюсь. Мне нравится, что у меня сейчас одежда, не мешки. Мне нравится, что я утром встаю, у меня там, ну, бывают какие-то что-то. Но одно слово, я счастлива. Этим все сказано. Виктор Владимирович, мне кажется, что наша героиня – это яркий пример того, что даже в таком почтенном возрасте не стоит забывать о себе, о своей внешности, о своей стройности. Скажите, часто ли вообще бывают такие случаи, что именно в этом почтенном возрасте люди обращаются, что люди решаются еще что-то вот как-то себя изменять? Очень часто. Я бы сказал, что с возрастом, наоборот, появляется у людей желание как-то за собой поухаживать. В молодости все ветреные, им важно хорошо выглядеть, это здорово. Но с возрастом понимаю, что лучшее вложение денег – это в свое здоровье. И поэтому, естественно, люди, когда испытывают тяжесть в суставах, тяжесть в коленных, тазобедренных суставах, повышенное давление артериальное, различные иные заболевания, они обращаются к врачу с целью убрать причину. Ведь когда масса тела снижается, давление, естественно, понижается, разгрузка суставов, и человек просто хорошо себя чувствует. Мало этого, с возрастом ведь возникает так называемая маскированная депрессия у многих. Жизненный опыт, трудности, они все немножко так притушают человека. Давят. Давят. И для людей в возрасте это вообще очень полезно. Совершенно меняется человек, начинает ухаживать за собой, покупает наряды, когда похудеет. Какие-то там прически делают волшебные. Даже в возрасте. Я всегда говорю, что человек, пока он живет, он еще живой. Он еще не умер. Может, это когда-нибудь и произойдет, но не сейчас. И многие пациенты заряжаются этой идеей, что я живу. Именно в возрасте, когда выросли дети, когда есть какой-то материальный уже достаток, люди не просто должны сидеть на пенсии, они должны, ну, что-то, хоть чем-то себя побаловать. И поэтому я думаю, что вот огромная группа пациентов уже в возрасте, которая прошла через хорошие центры, получила новое дыхание, это и есть новая генерация пожилого поколения. Это новые люди. Потому что раньше человек на пенсию, когда ушел, все, его как будто списали. И он жизни. Доживает уже. Ну, он, да, да, возраст даже... дожития, даже есть такой термин в медицине. Глупый очень, я считаю. Оскорбительный даже. Наоборот, вот сделал свои дела в жизни, детей поднял там. Не обязательно, что ты должен быть какой-то, знаете, дедушкой кондовым или бабушкой в платочке там с детишками только возиться. Это все хорошо, но ты еще живой человек. Ты еще можешь получать удовольствие и радость от жизни. Это вот немножко приближает нас сейчас к модели западной, когда пожилые люди начинают путешествовать. Вот эти бабушки такие, знаете, в седеньких таких волосиках с причесочками, божьи одуванчики, куда только они не ездят, и до Австралии добираются, и везде. Но вот у нас это тоже начинает, то есть начинает быть, то есть вот пожилые люди следят за собой. Если у вас появились вопросы к нашему гостю, задавайте их по телефону 263-40-93. Виктор Владимирович, мы уже начинали говорить о методе избавления от пищевой зависимости, таком как эриксоновский гипноз. Но в связи вот с нашей героиней тоже хочется спросить, а в таком возрасте нет никаких противопоказаний для применения данного метода? Нет ничего, что могло бы помешать человеку похудеть. Противопоказаний никаких нет. Метод этот оздоровления, это как счастье, это как припасть к роднику целебному. И это все равно, что приехать к морю и спросить, а сколько раз можно зайти в море? Да бесконечно много. То есть нужно иметь хорошего врача-психотерапевта, ходить к нему раз в полгода, это точно, для того, чтобы держать себя под контролем, вес свой или, скажем, там, состояние трезвости, нервную систему. И это как море.
купайтесь, радуйтесь. Психотерапия, она полезна. Там нет ничего такого, что могло бы быть вам дурно. Спасибо, Виктор Владимирович. Будем надеяться, что каждый найдет решение для своей проблемы. Я напоминаю, что в гостях у нас был врач-психотерапевт Виктор Владимирович Гужагин. Если у вас появились к нему вопросы, задавайте по телефону 263-40-93. А далее смотрите нашу постоянную рубрику «Полезно для здоровья». Профессиональная психотерапевтическая помощь, лечение гипнозом, от алкоголизма, табакокурения, ожирения, неврозов. Телефон 8-972-52. Адрес в Екатеринбурге, улица Мамина, Сибиряка, 52, офис 306. Все говорят, я толстая, не могу остановиться. Как сбросить вес? Им все говорят, что я толстая. Постоянная одышка и усталость. Не могу заставить себя меньше есть. Доктор Гужагин. Лечение гипнозом от ожирения.